Тебе нравится быть ребенком или тебе хочется все-таки поскорее повзрослеть? Мне нравится быть ребенком. В выходной вот так лежат на диване и тебе все делают. Можно там еще, например, лечь пораньше, еще поваляться с утра. В садик ходить, на работу не ходить. Взрослым хочется сидеть на диете, а детям хочешь мороженое, хочешь пирожное. Когда уже вырос, понимаешь, что ребенком все-таки быть лучше. Но вообще взрослым тоже хорошо быть, потому что они могут смотреть телевизор, в телефонах сидеть. Да. Здравствуйте. По магазинам ходить и себе что-то покупать. Я вообще не хочу расти, я хочу остаться ребенком. А вот как понять, что вот все, ребенок стал взрослым? По росту, например, размером. В один годик можно стать взрослым. Вы что, хотите в один год, чтобы все пошли в школу? Ему уже там не 10-9 лет, а уже там 20 или больше. Когда они типа чему-то учатся, когда они чему-то научились. Когда ты уже закончил все образование, которое ты хотел, и пошел уже на работу точно. Стать зарабатывать деньги. Начинать себя вести прям манерничать там. А вот вообще взрослая жизнь, она тяжелая? Да, да, очень тяжелая. За фигурой следить, не есть, садиться на диету, это... Начинаешь понимать, в чем смысл, говорила тебе мама. Они все время работают, работают. Даже когда выходные, они все равно работают и работают. Все, стал он взрослый. Что изменилось в его жизни? Возраст меняется, выше становишься. Женщина беременным становится. А если мужчина? Волосики вырастают на этих. Когда уже взрослый, мечты в стадию детства порхают на небесах. Больше я ничего не знаю.